На площадке Кокшетавского университета имени Шокана Уалиханова состоялся форум «Digital Акмола». Двухдневное мероприятие приурочено к профессиональному празднику работников цифровизации и информационных технологий. Встречала участников форума «Аллея стартапов». Все желающие могли ознакомиться в холле с выставкой IT-школы проектов по робототехнике. Подробнее о них рассказали разработчики, причем некоторые весьма юного возраста. Шестиклассница из Кокшетау Анель Абдрахманова и ее сокомандницы в этом году приняли участие в международном конкурсе Technovation Girls. Итогом стал прототип приложения PillPal, которое напоминает пожилым людям вовремя принимать лекарства. Мы использовали расширение Typhoon Alarm для будильников. Когда работаем, мы хотим добавить карту аптек. К примеру, мне нужен Мукалтин. И вы вводите Мукалтин, и, к примеру, в этой аптеке есть. Идите туда. Дальше у нас, когда мы его прям полностью доработаем, мы хотим его выводить на App Store и Play Market. Форум Digital Акмола собрал более 300 энтузиастов сферы IT. Руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области Нурбул Утибаев поздравил специалистов с профессиональным праздником, пожелал успехов в реализации проектов и подвел итоги года. В частности, все больше населенных пунктов обеспечиваются доступом к сети интернета. Учебные заведения укомплектованы системами видеонаблюдения и тревожной сигнализации. Благодарственные письма от имени акима области получили ряд сотрудников и деятелей, внесших большой вклад в развитие сферы. В ходе форума были проведены сессии и мастер-классы по нескольким направлениям. Спикеры говорили о развитии искусственного интеллекта, электронной коммерции, дополнительного IT-образования и открытии бизнеса. Особое внимание слушатели уделили выступлениям членов организации Technowoman. Были подписаны и меморандумы об открытии местного представительства, сотрудничестве и взаимодействии с регионом. Мы в области будем создавать также наше женское сообщество IT. Благодаря Акмола Хабу у нас уже существует свое мини-комьюнити айтишников, хакеров, движения. Да? Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что в области у нас есть реально продвинутые ребята, которым есть куда двигаться, представлять не только город, но и область. И на всю страну мы можем заявить о себе. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим праздником наших цифровиков, пожелать успехов, больше проектов и продвижения в IT-сфере. Во время торжественного закрытия форума состоялось награждение победителей проведенных конкурсов. Призеры стартап-батла, IT-квиза и Inform-Defense хакатона получили ценные подарки и денежные призы. Эльмира Оспанова, Павел Соловьев, Жусену Мирза, Кардак, Лео Габылов, Кокшетау, Парад.